Да я что-то в рот ебал эту игру, на самом деле, я вообще нихуя не понимаю. Как в нее играть, типа. Супер дерьмо какое-то. По краю круга играешь, отстреливаешь в спину людей. Ну это ж, блядь, неинтересно. Ну а что интересно? Приходить видеть в первом? Не, ну как, тактические действия там. Ну так это и есть тактические действия. Да не, в пизду. Просто ты сидишь на краю круга, и если начинается какое-то замес, то ты не успеваешь в круг 100%. Ну, как повезет, он может появиться далеко, может близко. Ну и ты типа рассчитывай время, сказать, и двигаться на него. Так ты не можешь рассчитывать, потому что если начнется перестрелка, то ты все, ты как бы out of position. Не, ну в смысле, так это в любом... В любой твоей позиции может случиться дерьмо. Куда мы? Пиза, на починке. Да, это далеко еще. А куда ты хочешь лететь, скажи мне? На Джорджпул можно. Че, мы к починке летим? Так, починки. Ну окей, давайте. Да, весь выбор у нас заканчивается либо на рожке, либо на починках. Просто там тачки стоят. Сколько еще желающих? Нормально, да? Тут летят челики. Да. Неплохо так летят. Надо въебыч давать. Я приземляюсь на крышу, если что, отстреливаю. Мы, я так понял, к тачке едем. Блять, тут нет девайсов. А? Чё, поехали? Поехали. Я сейчас спущусь, выйду из дома. Да я ебал в рот, блять, эту игру. В смысле? Быстрее, Игорь. Бегу, прыгаю. Выезжайте налево. Давай. Андрюк, надо не тыкать кнопку, а нажать и держать. Поехали в Ясную Поляну, да? Там никого точно нет. На северный, понял? Или что, или ясная? Ой, пойди. Ну, на ясный точно никого нет. Так, куда мы едем? Нахуй. Поляну же. Бля, флешка за рулем опять. Ничего. Да я ничего. Не, пока вроде. Блин, я рулю лучше всех, что-то. Точно? Да. Жаль, что если не стрелка, оканчивается. Ну так просто с трюками веселее. Без трюков скучно. А так веселее. О, мы в круге, кстати, будем. Да ладно. Да. Потому что еще я сюда поехал.
А какие домики? Только на высотке. Запах глубже. Да. Ёбаный в рот. Это трюк был, я так понимаю? Ты что, не расслаблялись, если вдруг ты заснул тебе в тачке? Так, мне кажется, нам нужен человек, который будет говорить: о боже, они убили Андрея, и кто-то, чтобы говорил свой врачи. Да тормози уже, что ты? Погоди, нужно тачку припарковать. У меня бенз сейчас кончится, нахер. Я в милицию. Ладно, пока запарковать. Блин, аэродроп летит, я на тачку, короче. Ну, это в один конец, там бенз нет. А в милиции вообще бывает лут? Честно скажите. Или никто не знает, не сталкивался. Это важно вообще? Лут, блядь, какой-то. Многого хочешь. Важно? Здесь тут есть лут, иначе я очень сильно расстроюсь. Типа, какого хуя сюда пришел? Флешка, я так понимаю, первый сдохнет, да? Что-то не прицела. Да. По луту такое себе. Да? Угу. Чё? Это баг ебаный, блядь. Ты о чём? Будто мне кто-то пунькнул. А, на самом деле нет. На самом деле ты сам себя пунькнул? Пунькнул. Есть супрессор, есть компенсатор. Охуеть. Кто-то приехал? Кто на баге? Кто едет? Не наш. Слышь? Да, вижу. В мой дом бежит? Я дал ему. Это ты? Да, я дал. Он в курятнике, Вань. В курятнике, без нихуя. Выйди, дай ему, Вань. Где? В курятнике. А чё, блядь, приехал курятник? На мотоцикле? Да, на мотоцикле. Спускайся, выходи из здания. Чё такое, блядь, курятник? Выйди из здания, в другую сторону беги, на Н беги. В курятнике тебя на НВ, наверное, будет. Белый, с серой крышей. Вот, ближайший. Он в него забежал. Он взял оружие. Ну, кончай его, или ты чё? Он убежал от меня. Ага, и... вижу его, ёбыч. Он на меня пялится. Он побежал он дальше. Бежит? Да, он бежит. Он забором там. Забором куда дальше. Куда бежит? Выходи спокойно. Он там справа. Между нормальным забором и... Вот тут? Дальше вот. Сразу направо, как ты прыгнешь после забора. Он на тебя может выйти осторожно. Все, ебать. А, их двое было? Один. Но да. Ты по мне, надеюсь, не даешь? Не, я не даю. Но он вроде один сюда приехал. Я второго не видел, по крайней мере. Тихо. Я видел его, он на аэродропе был. Второй? По мне дают. Нет. Или кто это был? По тебе? Да, как будто по мне. Ну этот чел на аэродроп приезжал, но я быстрее залутал. Но он упал не до конца, его добивал. Ну понятно. Бля, у меня нет ствола, у меня дробан только. Пойдем за мной. Иди сюда, я тебя спускаюсь, я спускаюсь с своего.
Так, тихо. Это я. Пижамка. Иди сюда. Так, что тебе надо? Чего угодно. Короче. Зачем поиграть? Короче, ладно. Держи скар. На нем там супредаторы прицеплены всякие. Угу. Стрелять опилками буду? Че? Ладно, держи. Ну, опилки... Ай! Чел! Где? Слева. Где? Слева. Я тут возле. Вижу, вижу. Где наша команда, блядь? Непонятно. Может кто? Я держу. Если кому-то интересно. Тут еще чел, Вань. Или нет? Флешка. Флешка, поднимите меня. Андрей. Да, я далеко уже от вас ушел. Красавчик. Еще чел там. Где? На В, короче. Ну какой В? Принял. Бля, меня пришло, я обхожу его. Флешка, не убери. Обхожу. Работает ОМОН! Да все, нигде. А, в смысле? Блять. Ты убил его? Да. Блин, пулемет что-то такси. Подымаешь же такое чувство. Кыш, алло. Кш. Да дай мне патрики, блять, на М-ку, алло. Ой, на калаш. Че ты их спиздил? Пиздец. Я ему самого калаш. Сколько тебе надо? Скинул. Сколько-нибудь? Вор, вор. Вор, Брюха. Это мой килл вообще-то был, ты не заслужил ничего. Брюха. Слышь, я там не весь домик облутал, который, Игорь, там много лута было. Какой? Многоэтажный, что ли? Пошел нахуй. Опа, а что за хуйня была? Это я был. А. Так, а тут интересно, что лутали. Андрюх, Андрей, ты что лутал, дверь оставлял открытыми за собой? Да. Отлично. Поможет еще кто-то просить? На каком аэродропе? А где он? Я бегу. Так он далеко. Окей, тоже бегу. У меня по луту, кстати, полная хуйня, если что. А меня взять не будет, что ли? Хотя там, наверное, никого не будет. Там, наверное, не будет никого. Пиздак. Ну, если будет, я сам виноват. Тут тачка есть, алё. Или чё? Моя. А, без бенза. Я заправлю, у меня есть бенз. Горбун. Блядь, я не взял. Чё, патрики не взял, что ли? Ребят, вы не хотите за мной вернуться? Я так. Извини, Вань, там челы. Тоже красиво. Почему они втроем? Возвращайся за Ваней. Почему они втроем сюда приехали? Ваня? Да. А ты подойдешь? Да, сейчас. Ну, в смысле, тормози. Блин, тут какие-то... Сейчас у прессор выбьем. Вот, их смоки раскидывают, чтобы аэродроп взлутать. Вот так вообще. Прессоры, блядь. Походу, они снайперку забрали. А прицелы какие-нибудь есть какие-нибудь? Есть. У тебя вообще нету?
какие-нибудь это x2x, может, 4x. А, нет, таких нету. Есть? Нет, нет, нет. Так, а кто? Ага, УЗИшку. Вань, мы делаем грязь. Андрюх, давай к нам, будем делать грязь. По нам? Нет, нет. Андрюх. Андрюх, давай грязь сделаем. А я тут в пане. В смысле? Стреляешь. По голубям или что? Там две пати есть. В смысле две пати? Давай, я иду. Так. Одна, другая справа на горе. На юге. А где эти? Че вы? Мотоциклы там справа. Ты видишь, они что-то? Мы здесь выходим? Нет. Вот, вы сейчас поворачиваете тут. Выходите. Выходите за красный дом и... Тут вы будете, короче, туда им выйти. Угу. А не за камнем там слева. Да тут забор ебаный какой-то. За каким камнем слева, блядь? Блядь, вот камень. Мне кажется, ходить. Вижу. Их трое. Там. По ним стреляют. Я стреляю по ним. Короче. Кнопнул одного. Я не ебу, у меня. На мотоцикле уехали. Цело, я ищу прицел в доме. Вылез чел, вылез чел. Справа тебя, Игорь. Да, вижу. Двое там. Тихо, я на крышу. Где Игорь? Передо мной. Я набегаю на них. Блять, какие смоки нахуй? Понимаешь, он понимает, чел всего. Перед тобой я мотоцикл вижу, а где чел они? Вон за камнем, Тони. Одного кнопнул. Второго кнопнул. Игорь, JV. Третий еще тут. Все, минус. Слева там, короче, в городе или прям туда, куда ты бежишь, там. Там челы были еще. Так они по ним стреляли, наверное. Они вроде стреляли по ним. Ребят, ну это соль. Соль, конечно. Ну то запах вот этого чела, если ты не засолил, я удивился. Чего, в смысле, 1-3 выступил? То есть разопляешь, что происходит в этой игре? Ты что-то лутать? Игорь, дай пошли полутать, у меня патронов не так много осталось. Лутайте. Мы в курю вообще? Да, мы в курю. Броник третий тут. Там у меня еще где-то пулемет лежал. Или типа того. Че, есть что интересное, Игорь? Крак только. Давай крак возьму, наверное. Крак беру. Блять, 4x колбы. Нет, говорит. Я бы 56 взял немного. Там компенсатор, если что, Игорь, есть. Где? На снайпе? Тут М249 пулемет. Ну, это флешкин. Опа, адреналинчик, блять. М249 чем стреляет? Хуй его знает. 56. Где компенсатор? На снайперку? Андрюх, на самом деле, ну такой себе. Там был, я не брал. А на него прицелы какие-то вешаются? С него типа ложится и... Да не, вот по нам. По нам! Слева, по-моему. Это все, блядь, конечное. По-моему. Почему я сидел за камнем, по мне не давали. Дайте, может, мини позицию? Блин, а Добрый. Забрали там этот лут? Может, мы на мотик и поедем отсюда, или что? Давай на мотик. Быстрее только. Заводитесь, заводитесь. Андрюк, давай. А то нас по нам дадут сейчас. Гоу. Я по берегу. А? Вот а. Он. Чуть-чуть проехал человек. Сейчас знаем, где новый круг, и поедем в новый. Идеально. Почему мне теперь микро, блядь, я же себе ставил это. Ну что, на горш? Да. Ебать, у меня шароебит мотает. Да. О, Андрюк тоже с кряком или кто? Угу. Если кто-то их челает, то это хуево. Мне бы 7.62 немного и этих самых патронов. Насколько немного? Блять, почему у меня... Это пизда, блять, это игра дерьма просто конченого, блять. Я положил себе пулемет, сел в этот в мопед, и у меня оказалась УЗИшка, блять, без патронов там. А я скатаюсь. Охуительно. А наймочка есть, Патрик? Red Dog. У меня есть. У тебя, Игорь, много 7.62? Ну да, нормально. Эмочку не откажусь. На, скинул. Скинь, пожалуйста, немного.
О, найс. На эмочку скидываю. А нету... Короче, у меня только кряк, больше нихуя нету. Понял. Есть, я на эмочку скинул. На снайперку нет такого? Я скинул. Слепой, сучка. Нету, да. Вы раздепляете, что у нас идеальная позиция? Или кто-то не понял? Если мы играем с этой стороны, мы просто всех ебем в рот. Low ground. Ну что, по дропу куда падает? На нас что ли? Или он не скинул еще? Стрелял кто-то? Нет. Где дроп-то? Так он над нами, наверное, скинул? Или что это за хуйня? Нет? А, понял, он воду кинул. Воду я не особо хочу плыть. Сори. А вы третьи броники вообще залутали с челов там? Или вы это не раздупляете? Я ничего не успел залутать. Красиво. О, на горе. А есть у кого милишный прицел? У меня есть, но один. Ну лишний, да? Или нет? Нет. Ваня, у тебя? Чё? Лишний. Нет, у меня один. Лишний? Или? Я не назвал его лишний. Нет. Суки. У меня, кстати, ПХП так себе. Так, мне вот не адреналин, мне надо нормальную тему. Вы когда-нибудь вкидывали адреналин себе в этой игре? Ты его юзаешь и сразу ебашишь. Ну он юзается типа долго такое. Ну да. Андрюх, ты вообще как? Это ответ? Как же нахуй не летит? Ну он в воду приземлится, наверное. Или нет? Там перестрелка, по-моему. На аэродропе? А, или лодка едет. Да-да-да, едет. Блять, принять бы. Сейчас может на берег здесь высадиться. Предлагай пошмалять отсюда берег. По ним. Не-не, зачем отсюда? Го на берег. Где тут дверь? Го. Кстати, круг неподалеку от нас. Пресечь их попытки сюда высадиться и все заебись. Когда вниз не упадите, то я видел видео. Видел видео? Ну вон лодка, не в воде, наверное. Думаешь? Аэродроп где, интересно, тоже в воде? А, вон еще одна лодка стоит. Вон там булькани какие-то. Да, они в воде. Где? В воде, по-моему, на 165. Ну куда плывут они вообще? К берегу, по-моему. Там тачка еще. Короче, оттуда будет. Левее, ты в воде, кстати. А? У города в воде ты видел, где чел плывет. Да похуй на них. Вон, слева. Да нет, давай постреляем. Вон, видишь, по ним. Я вижу. Когда на берег выйдет. Ну они, по-моему, они туда плывут, на берег. Не? Если чё, круг через 30 секунд. Они не доплывут сюда. Гайс. Только на лодке. Да, да, круг. Нам близко вроде. Ну они плывут, ебать. Да все, они сдохли, по-моему. Идем на горку МБ. На ХГ. О, на мотоке? Не-не, так. Вот, на ближайшую. Пошли.
Блин, я хочу, чтобы нам повезло в кругу, и он к нам сужался. В смысле? Так вот, Игорь, есть круг. Ты совсем правый взял. Ну я просто боюсь того, что тут могут сейчас люди быть. Что-то едет. Нет? Лодка. Да, слева, слева. Тут, едет. Слева машина. Хорошо. Я укнокнул кого-то. За деревом. Я вырубил. Еще выселился. Где из машины? Ебать там далеке типа, да, ребята. Да, машина на 85. Там очень далеке типа были. Нам в круг надо забегать. Надо почекать через гору, может к нам кто-то бежит. И там бегут вдалеке люди, говоря. Бегут вдалеке люди слева. 24 чужие ебанули еще. Тут могут быть челы, осторожно. Один у тачки еще выживший. Окей, окей. Да-да-да. Ну хуй пойдет, им поднимай. Сложно очень. За камни он, по-моему. Не, он, наверное, под горой будет. Пизды дают. Нахуй ты говоришь-то? Вон, видите, это тачка? Да. И там чел еще один был. Я ебанул Energy Drink. Так, за один... А там ползут чемечки! Ползут к нему! Минус. Так, я пью. Позиция охуительная. Я тоже пью. Блядь, круг за одним очень деревом? Удобный. Хотя не нормальный круг. За одним деревом здесь полная хуйня. Я адреналин пью. Я тоже поэтому подумал и съебал уже. Я бегу, Вань, тоже. Ребят, чуть левее будут челы, они были на том берегу тех домов. За камнем до сих пор чел, да. Нет, вот это не по нам было, а где-то справа. За тачкой, слышь? За тачкой слева. Да, и чё? По нам. С другой по стороны, с другой стороны. Ебать, попали сильно. Ребят, я притягиваюсь на другую сторону. Искать. Тут кто-то был, по-моему. Слышите, давайте ко мне. Тут сейвовое место вообще. Я пытаюсь, там со снайперки мне залетела пизда вообще. Блять, ну это... Какое сейвовое? Мы проебали. Нахуя двигался-то? Там со снайперки где-то 240 меня стреляли, Игорь. Аккуратнее. Ну блин, вы хотите сидеть? За... Я не хочу сидеть. За деревом за одним, и по нам с двух сторон стреляют челы. За машиной и напротив. Ну, как, сейчас поход надо будет бежать, но будет тяжко. Я не убегаю с круга, я просто хочу обойти это дерьмо. Там сзади. Там стреляются. Слышишь? Да, я да. Я пошел в сторону круга, мне похуй еще. Ну так вот, круг, с моей стороны забегать можно. А просто вылизываем. Со своей. И вот справа типы, они будут не в кругу, кстати, справа. Их надо будет не ебать. Тут стреляли по Андрюхе. Ой, ебать, у меня позиция еще будет. Точно отсюда? Ну, по звуку отсюда. Да, где-то оттуда. Ребят, моя остановочка. Андрюх, в круг. А, ты в кругу уже, получается. Андрюх, надо попу смотреть, там сейчас будет. Надо. Тихо! Там вижу. За деревом. Да. Минус кнокнул. Кнокнул. Опять по мне стреляет. По-моему, где-то 100. Да. Нет. Где? Где-то 100. Блять! Софик, ты не смотрел за мной? Смотрели, что это было. Я напугался, что это было. Еще кого-то убил. А, ну тот, который кнопнулся. По мне. Сзади, спину по мне? Или откуда, блядь? Да, спину. Я не могу понять, блядь, где он. Я сейчас пойду его убью, попробую в спине. Меня уронили. Андрюш, можно меня поднять? Я с тобой. Андрюш. Будь человеком, угу. Двигайся. А, ты не можешь? Нормально, могу. Не, он может. Прикрой, попробуй. Ваню убил. Убил одну. Это, наверное, это ты был. Я хилюсь, Андрюш. Нет, ты не спеши. Давай, я попробую прикрыть. А нету бустов? Нет, ребят, я знаю, что делать. Круг пиздец не там, где надо. Согласен. Там в домах могут быть люди. Пойдем их. В домах этих блядских может быть кто-то. Может быть, вполне. Вижу. У сарая. Вижу. Ребят, у кого сарая? Че он, блядь, стоит, нахуй? Он не может понять, откуда по нему бахают.
Нам еще ближе надо, Андрюх, пока мы выиграли время. Андрюш, пока выиграли время. Да-да-да. Так, ну попку нам уже, по идее, не будут защищать, да? Не должны. Тут у меня нет людей? Оружия для мили. Здесь может быть дамаг, типа. Работает пилиция. Ваня, у тебя нет бустов? Нет. Ебать, там замес. Слышишь, там последние две пати, я вам отвечаю. Есть два буста. Давай, давай, скинь один. Сейчас. Там последние две пати, я вам отвечаю, на хуга. Погоди. Сейчас иди ко мне в туалетик. Я тут. Ништяк. Близко где-то. Прям. Ну прям тут на горе, короче, я пью буст. Ну, вот он. Блять, ну... И ко мне сюда. Понимаю. Вань, сейвить надо нас. Все что ли, блядь, ваншотит в голову? Я даже в шлеме, блядь, был. Как тут выйти, блядь? Ты Витя? Тут шлемов не было случайно? Не знаю. Короче, есть план. На ХГ тут чел, я почти уверен. Вроде ок. Раскидок нет нихуя. По мне. Не понял откуда. Он, наверное, оттуда, куда я бежал. Нас трое, их двое. За елки, да. Где-то за елкой, как бы. Наверное. Да, за елкой вижу. Да, на ХГ вот там передо мной, короче, чел. Один чел передо мной на ХГ. Пять ебасос. Блять, ну. Мои позиции спалили. Есть хихилка, Вань? Хихилка? Аптечку скинул. Давай. А они в круге вообще? Бля, мне сейчас походу бежать. Они не в круге, наверное? Или что? Они не в круге, вроде как. Хотя в круге могут. Не, не в круге вроде. Мне тоже кажется, не в круге. Надо идти, надо идти. Короче. У меня топ по позиции перед забором, если честно. Если у них нет раскидок, то у них проблемы. Флехи, нихуя себе. Они справа пойдут, походу. Не в круге, это я. Нас ебет. Блять, надеюсь, она изорвет меня, дым. Вон сверху, сверху, сверху. Ага, ты его кнокнул, да? А, понял, бай. Тихо. Я в круге. Один на хг. Там раскидочка полетела, слабая очень раскидочка. Один прям до мной на хг. Можешь это меня поднять? Что? Это к Ване. Ты ко мне приползешь? Не, я. Он меня убьет, если приползу к тебе. Но он также убьет меня, если я пойду тебя там поднимать. Вот, все. Он пялится. Они оба тут. Да-да-да. Не стрелять. Нормально все, брат, под контролем. Одного кнопку, ага. Слышь? Может раш, нет? Давай. Го. Давайте слева, я справа. Да. Я это спалюсь, спалюсь. Все. Легкая.